Уже вот это поколение, оно заточено под это. Вот они почему так рано прыгают, четверные, а им не надо пока еще прыгать. Да. Потому что вот они не пропрыгают столько. Это прям реально очень тяжело. Это невероятно. Не то, что они физически не смогут, а, возможно, будут возникать травмы. Вот 5 лет прыгать четверные и выступать, и выигрывать, и прыгать, и прыгать, и прыгать. Это же, ну, любой организм износится. Поэтому, мне кажется, наших девочек надо поберечь как-то. И как-то немножечко вот... Я согласна за четверные. Ну, может быть, не в 10 лет. Постепенно идти, да, вот постепенно, к 17 годам туда. Понятно, что к 17 можно все это потерять и никогда не запрыгать. Но к тебе приходит Полина и говорит: мама, мне нужен четверной. Нет, она рациональная девочка. Она говорит: куда торопиться, мама? Я говорю: давай учить ультрасе. Она говорит: и смысл?